Вот в этой лестнице поднимались. Нет. Посижен с отелей, по-моему, в Фарм-стрит такой тоже был. Да. Тоже какая-то тачка крутая. Фарм-стрит, это что бы? Что это за вообще модель, непонятно. Да? Нет. А, ну, зарай, там, по-моему, там Трезубец был? Да, у нас скорее Трезубец был. Не зарай. Ну, я сейчас уже знаю бренды. Вон как строят небоскребы высоченные на этом. Смотри, какая высоты, какой кран. Лайм байки и лайм мотики. Вон, смотри, какой ниндзя. Ниндзя. Вот это джиу-джитсу нам. Луна в тумане, пойдем дальше. Да, здесь. Улицы такие туда. Да. Манекен валяется, встал. Смотри, как классно. Классная картина, да, кстати? Ну, машина с травой, как типичная Сиэтл. Есть тогда. Ну, Амстердам и Сиэтл. И тут тоже классная, смотри, какая. Дошли мы до Пайк Сквер. Здесь мой Пайк. Подожди, как это называется? Pioneer Square. А это крутые деревья. А это крутой небоскреб. Самый первый небоскреб в Сиэтле, типа. Вот это. Да, вот это самый первый небоскреб, а вот это самый текущий, последний небоскреб сейчас. Smith Tower, да, называется. Старая, да. Так у башни Смита еще ни разу так близко не были, по-моему. Вон типичные улочки. Вечерняя и выходная парковка $12. Ну то здание вообще классно, да? Так еще подсвечивают синенькими огоньками. Во второй видим, когда до дома дойдем. Здесь еще улица довольно чистая на самом деле. И как в американских фильмах парит из люка.
Колумбия Банк. А мы в Колумбия Одежда. Колумбия Тауэр. А ты уже знаешь, что Колумбия? Колумбия Одежда. Колумбия Улица и Колумбия Банк. Показывают. Почему? Для тех, кто дальтоник. Ну, скорее всего, да, зеленый. Красный у них похожий. По-моему, да. Ну, такой прикол, а, по-моему, вот я не знаю, в Америке, да. В Европе мы не видели. Только, да, в Америке такие белые светофоры. Марло, Марион Билдинг. Здесь все здания такие ставят. У каждого, да, здания свое название. И велики стоят. Не можно, не приколочные, можно брать и ехать. Да, и пол, и первые полчаса, по-моему, бесплатно, да? Да. Ну, можно поездить, не знаю, но летом-то, летом, наверное, туристов будет полно, и все. Вон, смотри, туда улица, и туда уходит. Вниз. Да. Это мы опять, наверное, к зданию. Да, только мы с другой стороны его обошли. Старая арка. Вон полицейскую машину. Давай сфоткаем. Вон себе полицейская машина. Додж. Красиво? А вот и мы. Давай нас сфоткаем. Historical district. А здесь... Дальше по улице якобы первый Starbucks, который не первый. Но настоящий первый, по-моему, не здесь. Там что-то я где-то читал, слышал, что. Он, по-моему, чуть в нескольких кварталах отсюда, по-моему, считает. Здесь такой туристический первый. Мне как-то неудобно снимать людей. Я не знаю, идут сюда, посмотрят в камеру. Ну, видят, что как бы идет чувак с камерой. Вот еще один название. И самолет поворачивает. Пирожки, пирожки. Прикольно.